Привет всем, с вами ваша Silva Butterfly, серебряная бабочка. За последний месяц я что-то столько много всего накупила из ароматов, что прям захотелось сделать видео ароматы, которые я купила в последнее время, да, то есть хотя бы последний месяц, чтобы хотя бы так устаканилось это мне в голове, и я сама знала, о чем речь. Ну что ж, и начну от простого к сложному. Вот Эд Харди, да, так себе как бы обычный летний аромат, поливашка, но он такой вот сладкий и непритязательный, и в то же время не приторный, потому что я не люблю приторные запахи. А вот этот аромат какой вот, вот даже не знаю, как описать. Это сладкая пудра или сладкая клюква в сахаре. Такая разбеленная версия. Очень приятный аромат, кстати, для девчонок 12 лет пойдет. Ну, для меня тоже. Второй у меня вот этот Love and Luck, такой в желтеньком. Я уже избавилась, как бы я подарила. А этот пока оставила себе, если что, вот так. Дальше. Опять же у меня вот этот Эд Харди. То есть... Компания Кристиан Агиер, да, а Эд Харди это компания татуировщика вот этого Эда Харди, который делал прекрасные татуировки. Сейчас все это расходится по рукам, потому что они уже больше не производят, не существуют. Но я так подумала, что такой красивый дизайн, ну грех не купить, и так качественно сделано. И пахнет он, сейчас скажу как, я уже, честно говоря, я уже на все сделала выпуски, и тем не менее я забываю. Здесь у нас не клюква в сахаре, а вот такая как бы пудра в сахаре. Но сахар, опять же, не приторный такой. Тоже классный, приятственный. Что еще? По-моему, в начале сентября я купила вот этот аромат Стелла Маккартни Поп. То есть поп это как вот что-то такое, маленький взрыв, и там пузырьки вверх летят. Это вот это перевод. И я купила, потому что смотрю, исчезает Стелла Маккартни с прилавков. У нас вообще все исчезает, как-то вообще непонятно. И я купила, аж немножко расстроилась, потому что он так делает, смотрите. О, сейчас нормально. А в тот раз я брызгала, когда только открыла. Он такой чпок и не отходит вот эта вот фигня. Думаю, ну все, купила сломанную версию за большие деньги. А сейчас радуюсь, потому что это такая осенняя роза. Вообще она принадлежит больше как к весенним ароматам, но все смешалось. В последнее время вот это весеннее, оно как-то перекочевало в осеннее в этом году. Так что погода очень странная. Все время тепло и какой-то конфьюз. Вернее, конфуз по-русски. Конфьюз по-английски. В общем, Стеллу рекомендую. У меня всего лишь две Стеллы, и обе хороши. Не так, чтобы сказать, что я люблю моду Стеллы Маккартни, потому что как дизайнер... Мне кажется, она настолько скучновата, может, я не права, но чего-то не хватает вот такого у-ля-ля, у-ля-ля, типа меня. А папа ее, певец из Beatles, Пол Маккартни, тоже как бы не очень нравился такой кислоглазый, но поет-то он классно, что не говори. Поэтому так, тем более он теперь уже сэр, Пол Маккартни, надо любить и уважать. Так. Что еще у нас? Еще у нас Мацушима. Вот этот аромат я купила буквально на днях. Уже сделала ревью, первые впечатления, распаковка и так далее. Это тоже такой легкий аромат, вот легкачок. Еще немножко сейчас завеет ветер, больше он не будет слышен, да? Надо опять ждать весны. Но пока. Сижу и кайфую. Вот здесь вот есть горчинка такая. Вот знаете, как будто бы такая сладкая хризантема. Здесь версия у меня Eau de Parfum. В интернете я не нашла Eau de Parfum. Вернее, не нашла во фрагрантике. Там есть ODT, то есть
туалетная вода. Но вот по моим понятиям здесь что-то горькое, либо вот этот гальбаном, либо какие-то желтые ноты, какие-нибудь одуванчики, которые прогоркли. И в то же время сладость какая-то, и в то же время 2000-е. По-моему, вообще на 2006-м, если я не ошибаюсь. Классный запах. Гвоздь сезона, который я купила, то есть как бы я не планировала его купить, но я побрызгала и поехала куда-то по делам. И как-то пахнет от меня. И солнышко светит, я такая в трамвае еду. И какие-то чуть ли не птички поют, и люди все приветливые. Думаю, кажись, удалась на сегодня. Так что вот так. Вот это scent Cool Gloss от Costume National. Обожаю. Я уже, кстати, набрызгалась еще утром. Сейчас еще добавлю. Ой. Вот такой непритязательный, такой приятный аромат. На него я тоже сделала обзор. В общем, как, я планировала просто читать фрагрантику. Что-то так быстро я отстрелялась, быстро почитала, думаю, ну вот стоит не открытый, ни туда, ни сюда. Я сделала обзор в обзоре, то есть обзор вот этого аромата, который новый. У меня уже этих националей, костюмов куча мала. Надо сделать, наверное, видео. Все мои костюмы National и так далее. И что? Про парфюмера Лорен Брюер создал очень много, хотя был парфюмером-самоучкой. Довольно-таки молодой человек, умер недавно в возрасте 43 лет. То есть в 2008 его не стало, а он создал кучу интересных вещей. Я уже говорила, там Азара, все Амора-Моры для Кошарель и вот костюм Националь Сент. Из них четверо у меня есть, если не пятеро. Вот красного только нет такого. Все созданы им. Он внес огромную лепту в парфюмерию. Там во фрагрантике есть его биография, очень интересная, как профессионала и как человека. Очень жаль, что вот такие инноваторы уходят из жизни так рано. То есть они могли бы сказать еще больше миру и в плане парфюмерии, и в плане развития, так сказать, нюхачество. Я обожаю, сижу такая, кайфую сама. Была в таком стрёмном настроении, потому что я предыдущее видео делала, там я опять бурчала, урчала, ворчала. А нанесла ароматы на себя, и все как-то вот так бац. И, в общем, испарилась. Ароматов я за этот месяц нюхала 100 раз больше, чем даже заимела. Но это уже из крутых. Пошла в магазин, опять понюхала Крит, вот этот вот новый, который Кассиопея или что там. Потом у них линейка появилась Select Your Olfactive Emotion, и тут идет у нас Dolce Ecstasy, Allegro, да, то есть разных вариантов этих конфеток, они все белые, на новый лад, вот. Но я не просила никакие пробники, как-то так пробежалась и все. И единственное, что я попросила пробничек, и мне дали, вот этот вот Апом от Кыргызстана, новенький пробничек. Если кто-то хочет, чтобы я сделала обзор, поставьте лайк. В общем, все как полагается. Почему я никогда не прошу? Вот сейчас буду просить. Это одно. И второе. Линейка Бальмен, то есть Бальмао, они выпустили как бы новые ароматы на старый лад. И мне уж больно приглянулся вот этот вот Венвер, который зеленый, да? Но я его знаю, он у меня был давно. Вернее, как бы был в желанных, в хотелках и был в каких-то там пробничках и так далее. А вот всего того этого не было, самого флакона, хотя могла купить за копейки. Так вот, эти копейки сейчас взлетели в цене, и они бутылки продают, по-моему, по 500 баксов, что-то такое. А вот этот вот я, честно говоря, хочу прям попробовать при вас, но, может быть, все-таки сделать обзор. Это Бальмен, это такой синенький, самый последний из этой серии. Когда я в магазине была, мне он показался смесь
моего Одосвар от Сислей и моего вот этого Нирвана Роуз от сестер Олсен, да, как будто я их наслоила. Сейчас на бумажке совсем не то. Сейчас очень интересное кино. Еще даже лучше, чем то, что я сказала. Хотя то, что я сказала, мне очень нравятся оба аромата. Наверное, я оставлю это на потом и сделаю вам ревью. Даже если не будете смотреть, я сделаю ревью для себя. Вот такие вот у нас дела. Такие вот у нас парфюмы. Расскажите, что вы прикупили за последнее время. А я заканчиваю свой репортаж. С вами была Silver Butterfly, серебряная бабочка. Пока-пока, я полетела.